начинается. Трансляция начинается с ложки каши, которую Лёха не доел. Здравствуй. Лёх, покажи пресс, не позорься. Оп. Оп. Минутка свободного позирования от Алексея Мишанькина. Иркутск на связи, все нормально. Здорово, народ, мы сегодня в бане, у нас банный день. Самара, здорово. Сегодня банный день, и мы в Wealth Club. Это один из самых дорогих московских фитнес-велнес-клубов. Всем банка, всем щелчочек. Как Серега делает. Юрец, здоровайся с ребятами. Здоровайся с ребятами. Гонконг, Гонконг, привет. Протеинчик. Банка! Ай, красавчики, здорово. Привет, находка. Легкий пар. Как часто вы ходите в баню, друзья? Баня – это самое лучшее средство восстановления после нагрузок. Юрец, все здорово говорят. Ой, детки у нас какие-то. Привет, милашка. Милашку не показываем. Здрасте, здрасте. Как у вас дела? В Гонконг, интересно, никогда не был в Гонконге. В Гонконге, наверное. В Сингапуре был, в Пекине был, а в Гонконге не был. В Кишинев лечу сегодня вечером. Сегодня не смог поехать в Кишинев, потому что важная встреча относительно наших фитнес-клубов, московских клубов, клубов в Минске, в Берлине, возможно, в Арабских Эмиратах и в Екатеринбурге. Поэтому сегодня встречаемся с инвестором и, к сожалению, не смог поехать, потому что на миллионы долларов у нас сегодня встреча. Баня вообще шикарная, сауна тоже хорошо. Сауна хорошо, я считаю, что русская баня, она лучше, она глубже. А Клоков приучил в баню ходить, я давно не был. Ну, как бы мы ходили так, захаживал в сауну, но так, чтобы вот в хорошую прям русскую баню, и так, чтобы прям пойти, и прям вот не часто. А сейчас решили каждую недельку ходить, и с ребятами ходили, с Ишанькин Тим, Гусев Денис, Ильёстов, Симкин, все теперь ходят в баню, и это действительно восстанавливает тело хорошо. Добрый день. Еще мы занимаемся закаливанием, как вы уже видели, мы можем нырять в прорубь. Ты в прорубь давно нырял? Вообще, да. Как-то случай был, мы приехали в Звенигород. Помните, в Звенигород мы пришли там смотреть, как он называется, монастырь там есть? Савино-Старожевский, по-моему. И просто шли, ребята маленькие были, одного было 4, другому 5. Они проходили мимо и говорят: папа, а что здесь? Я говорю: пойдем посмотрим. Пошли посмотреть, и они: опа, а давайте бы купаться. Я говорю: ребята, это не бассейн, здесь не это, не купаются. Они говорят: а мы давай. И помните, разделись и залезли, и искупались. Конечно, быстро-быстро обтирались и побежали в машину поскорее. Спортом занимается Юрка, начал тяжелую атлетику, уже провел несколько тренировок. Сегодня мы пойдем так технику немножко изучать, наверное, в Гераклеон сходим. Воронцовские как-то были разочек, неплохо, да. Хотим в Сандуны попасть, хотим попасть в Сандуны. В магазине Ривок нет Ишанькин Тим футболок, но надеюсь, что когда-нибудь появится. С легким паром, спасибо. У нас еще плавание было сегодня, мы зарубались. Пойдем это, капуэра покажешь? У нас капуэра, сейчас покажу. Да, батутом Леха занимается особенно. Юрка тоже, но младший у нас батутист, это известный батутист Алексей Мишанькин. Зигу кинул, нормально зигу кинул, видишь? А ты что покажешь сегодня? Закаливание покажешь? Снежок. Пойдешь? Снежок, пойдешь? Мы сегодня с Юрцом пойдем штангу поднимать. У него день рождения, кстати, послезавтра. Сколько лет, угадайте, парню, сколько лет? Сандуны, ресторан для голых, то есть там только жрут, но здесь тоже жрут, смотрите, у нас тут каша, чай, да. 10, 12, 14, 14, сколько рвет, главное, сколько рвет, не важно, сколько тебе лет, главное, как ты рвешь, сколько ты рвешь, 15, тебе уже скоро 13 ему будет, угадайте, что подарим, а теперь угадайте, что подарим маленькому мальчику, ну не маленькому, большому мальчику, Латвия, здорово. Мальчик думает, что ему подарят наушники вот с этим проводом для игр. Он любит поиграть тоже у нас в компьютер.
Штанга, 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 скутер, штангетки, кепку, штангу, штангу, штангетки. Штангетки уже есть. Штангетки уже есть. Пояс от Симкина уже тоже есть. Хорошая идея, идея отличная. Приставка у него тоже есть. Вот, у него все есть, протеин пока не даем. Приставку. Кишинев будет сегодня ночью, сегодня вечером будет. Тачку. Форму Виннер. Форму Виннер детскую, по-моему, пока не выпускают. На квадрокоптер не заработал. На Бентли тоже не заработал. Возможно ли без фар иметь 6% жира, не теряя мышечную массу? Не знаю, не пробовал. Пойдем, ты будешь это КПР делать? Да, штанга завтра выйдет новая серия. КПР это ржач. КПР это ржач. Покажешь КПР? КПР это ржач. Бом. А ты знаете песню? Бом-бом-бом, капуэра выгон. Не, она не такая. Вес у меня 80. Пойдем? Пойдем, братан, пойдем. Мы сейчас капуэра будем показывать. Путин, не знаю, он качается? Путин качается? Кто не знает, Путин качается? Я не знаю. Дзюдо у него там, дзюдо, давай. Капуэра, капуэра. Че, стесняешься? Давай, капуэра. Капуэра. Давай, поем, Юр, поем. Бом-бом-бом, капуэра вы. Давай, капуэра. Зашибись. Бом-бом-бом, капуэра, зашибись. Бом-бом-бом, капуэра, зашибись. Бом-бом-бом, капуэра, зашибись. Бом-бом-бом. Ты лучше сальтишкой сделай. Можешь сальтишкой сделать? А нет. Сальтишкой. Ну, от стены. От стены? У меня скользит. Не сделаешь здесь? Нет. В другом месте, да? А здесь что сделать? Пляк? Давай. Смотрите, пляк. Оп! Есть! Ладно, братва, мы пойдем закаливаться. Хотите посмотреть, как мы закаливаемся? А я Басик пойду. Ну. Басик? Но здесь такие люди, люди успешные, богатые, знаменитые, поэтому мы их показывать не будем. У нас тут клуб такой дорогой, заграничный, и мы сейчас пойдем закаливаться. Произволку давай, покажешь? Готов? Давай. Да, отлично. Музыка есть? Музыка? Супер произволка. Давай. Учитесь. Тридцать, показал. Прикол. А кто пойдет в этот? Ой, Ксюнечка, ты вышла? Зая. Заячка, привет. Привет, привет. Здорово. Сейчас покажу у нас, какая погода. Владивосток, я вас люблю. Владивосток, хорошо. Клуб называется Else. Как будто что-то еще. What else? What else? Вот у нас какое окружение. Кто на снег? Кто на снег? Давайте. Бегом, пока мама не знает. Давайте, я снимаю. Мама. А вот сейчас поспал. Еще кто пойдет? Кто пойдет? Я вообще не хочу, у меня голову. Ты не пойдешь? Не, я пойду на угол. Давай, мы с сердцем. О, ни хрена себе. На, держи тогда. Будешь снимать? Да, конечно. Здорово, народ. Вы что, издеваетесь? Ладно, я пойду сяду. Ты снимаешь? Нифига себе холодно. Снимаю, я снимаю. Тренировка понравилась вашей Поклокову. Чё? Чё ты там? Молодцы, Яшанькины. Ты читать умеешь? Да. Ты что, не заметил? Ой, сейчас. А ты не снимал? Он не снимал? Ты не снимал? Как я закаливался, ты не снимал? Ты я снимал! Да? Я тебе честно говорю, ты вообще холодный. Че, пойдем? Пойдем. Ай, блин, мои ноги! О, только голых мужиков там не снимают. О, меня что ли? Папа, на вышли телефон, я хочу в бассейн!
так мы развлекаемся по выходным. Кайфуешь? Кайфуша. Всем привет! Ой, ты как дядя Сережа, как дядя Сережа. Новые лица и Шанькин Тима, это Леша Чибисов. Он будет выступать в этом сезоне. Рома Коробков будет выступать в этом сезоне. И в этом сезоне, наверное, в следующем будет выступать еще один парень, тоже неплохой. Ну и молодежь, молодежь подрастает. Соль не надо исключать из рациона. Все, всем пиз, хорошего настроения, удачи. Сегодня будем тренироваться еще вечерком. И выложим это дело у нас на канале, поэтому смотрите нас. Всего самого наилучшего. Еще вот так. Щелчочек, всем щелчочек, всем пиз. Всем щелчочек и... И банка. И зига. Все, друзья, счастливо, удачи всем. Пока, хорошего настроения, приятных выходных.